У меня такой впервые в аватаре, что? Всем привет, чувачки, с вами Милскел. И вы очень много просили, очень много писали. Сними мобильную аватарию. Поэтому сегодня у нас будет мобильная аватария. Женька. Пушистый волк. В общем, Женя поиграл в мобильную аватарию и говорит, что она совершенно отличается от вообще любой аватарии, которую я либо играл. Набираем здесь 70 тысяч пальцев вверх, 20 тысяч комментариев, и выходит новая серия по аватарии. Я надеюсь, мы с вами договорились. А сейчас у нас вот что здесь делать, уже непонятно. У нас сразу же здесь немножко по-другому создание аватара выглядит. И вот это вот мощная, а вот это вот красивенькое. Так, давайте, мы сегодня будем играть за мужчин. Мальчик. Имя для вашего аватара. Наверное, Ярик. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, боже ты мой. Откуда у тебя пресс, Ярик? Раньше такого не было. Раньше ты был с пузиком. Хотя бы немножечко на меня похож был. Выбираем ему кожу. Наверное, там вот такой вот немножечко мулата шоколады. Глаза ему уродские. А, у него уже стоят уродские. Брови тоже особо выбирать не будем. Губы. Будет улыбаться. Прически. Где наш любимая прическа. Здесь нету смысла. А где корешечка цветная? Я не понял. Здесь также будет, как в обычной аватарии. Фак! Что ему выбрать? Боже, ты же урод. Тут даже нет прически оригинального Ярика, самого первого. Это как? Ну, будешь вот такой вот урод. Ну и, в принципе, получается, готов. Блин, почему я уродов постоянно создаю? Вечеринка ждет. Блин, опять этот Саша. А, он меня бесит. С ним опять проходить обучение. Я уже умею играть, алло. Ставим фонтан. Сохранить. Опа, опа, кафе совершенно другое. Что-то новенькое в аватарии, что? Прикольно так, ну-ка, кафешка. Что нужно? Давайте закажем. Тут немножко уже отличается, мне нравится. Как-то немножко как будто больше запарились. А то на всех серверах буквально одинаково выглядит, это странно. Было весело, но пора отправляться в клуб. Веселуха. А танец Ярика неизменный. Как не нажимаешь его танцевать, он всегда танцует одно и то же. Это какой-то заговор. Почему, как не нажмешь танцевать, он всегда танцует свой этот... Рок-н-ролльщик, блин. Инсульт жопа какой-то, боже. Вот тебе и сиди целыми днями дома. Вот это была тусовка, да. Кстати, как думаешь о своем собственном жилище? Давайте посмотрим. Давайте ему купим что-нибудь. Нежность. Выберем ему комнату нежность. Ты достиг второго уровня. Все как по новой. Что теперь можно делать? Ты можешь ходить? О! Он тут хотя бы красиво ходит, а не вот этот вот рагуль. И жопа у него не квадратная. Я не знаю, насколько много моих подписчиков играет в аватарию мобильную, но нам нужно проверить, насколько Ярик популярный в аватарии. Поэтому погнали куда-нибудь на улицу. Мне нравится вот эта вот заставочка, она такая... И улица здесь совершенно другая, вообще прям. Кристина хочет добавить восприятие. Сразу понятно то, что Ярика спалили. Ну, здесь как-то все более как-то красиво, мне кажется. Аватария явно отличается здесь. Если что, мне не платили ни за что. Заплатите мне, пожалуйста. Любовь хочет обнять тебя, разрешить. Разрешить, боже, любовь. Рейтинг самоделки. Что это, я не понимаю. Эдди Брок вызывает тебя на поединок. Согласиться, давайте. Вроде бы играю в аватарию, вроде бы все для меня новинка. Вот что здесь нужно делать? Я не понимаю, как здесь драться. Сейчас будет поединок. Я вот не понимаю, Ярик выигрывает или не выигрывает, как бы. Они как бы дерутся, но вроде бы очков больше у меня. Или значит больше очков, что я проигрываю. Я не понимаю. О, я выиграл. Ищу девочку. Я... Можно я? Настя Эвлева была быстрее. Ну-ка, отношения. Приятели. Выглядит очень симпатично. И вообще, она такая потешная. Давайте ее... Ну, котик. Ладно, давайте с ней мутить. А где она? What the fuck? What the fuck? Давайте к ней, короче, пойдем домой. У нее такой же дом, как у меня. Или это у себя дома? А, я у себя дома. А как к ней... Это... Вот так вот. О, у нее кошерная хата. А где она, собственно? А, стоп, я любовь же ищу. Так, ну это дом любови. Любви моей. Давайте пойдем к Кристине. У нее целых 4000, короче, комфорта. Здесь сразу 3 девушки. Пишем. Ищу девушку. Все такие. Я хочу быть твоей девушкой, Ярик. Тупо игнор. В смысле, Ярика никто не хочет в женихи? Да блин, я тебя то же самое спросить хотела. Что? Ярик, может ты уйдешь? А может ты уйдешь? Отношения враждовать. У нас тут беседа идет. О чем? Не твое дело. Я никогда этого раньше не делал, но... Удалить из приятелей? Враждовать. Пошла ты в жопу. Пропустила ты своего принца на белом коне и с розовым диваном. Погнали проверять, я знаменитый или нет. Я знаменитость. Я рыло. О! Моя подписчица. Отношения в приятели сразу же. Пошли к тебе. Окей. В гости. Ого, а что такая квартира большая, или мне кажется? О, и она такая симпатичная. Отдавай мебель. Месяца идут, карантин идет, а Ярик все так же обманывает на мебель.
Сори, тут нельзя мемеля давать. А что тут можно делать? Я не понимаю, откуда здесь перчатка бесконечности в аватаре? Алло, Танос, ты вообще знаешь, что она здесь? Подарки отдавать только дари. Могу тебе цветок в горшке дать? Давай. Ярик пришел в мобильную аватарию, и ему никто ничего не дарит. Он не может никого не наложить, в смысле, ради чего я здесь вообще? Прислала тебе подарок цветок. Цветок в горшке? И что это значит? Плакат маскот. Давай. Все, больше не дам. Почему? Это и то с акции. Алло, я тут звезда. Отдавай все. Она ржет, а в смысле? Ору. Я серьезно. Ладно, сори, если ты Антон, то привет Ютубу. Ее тоже отношения удалить из приятелей. Враждовать, все. И меня выгнали, так... Почему? Кстати, что мне подарили? Какой-то столик. Оставим его здесь, здесь красиво. У нас здесь есть лампа, цветочек, картина. О, нам картину вроде бы подарили. Теперь у нас 689 имиджа. Мы имиджевые. Дальше, давайте в школу. Я никогда не был в школе в аватаре, кстати. Или был я в школе, я не помню. Слишком много аватарей в моей жизни. Окей, школа. Что здесь можно делать? Учить. Что-то скучно. Плюсик. Пошли со мной. Отношения в приятели. О, Машка. Хватит тебя за ляжку. Здесь на партах можно танцевать? Что? Серьезно? Да как так? Ну-ка, а учиться здесь можно? Да? В смысле? Что? Я сейчас не понимаю, что происходит. Тут можно учиться танцевать на пар. Ну-ка, можно с кем-то танцевать, да? Или... О, сесть! Ну-ка. Приватный танец. У меня туса плюс знакомство, заходи. О-о-о, моя первая тусовка будет. О, тусовка. Давайте танцевать. Здрасте. Здорово. Там Господь, Господь и Иисус Христос. Ничего так тусовка. Один я танцую, все другие сидят. Или это не та тусовка, где нужно как бы веселиться? Клуб анонимных алкоголиков. И Ярик такой. Господь, а все другие люди такие. Мы как бы здесь сидеть собрались. Алло. Ну вроде бы все танцуют, кроме вот этого парня. Федор. Капец, в аватарии скучно. Почему? Заняться особо нечем. Давайте раздеваться и танцевать. Почему-то никто не разделся, кроме меня. Блин, меня за это посадят когда-нибудь. Во, девчонка поддержала меня, ура. Пижамная вечеринка. Нет, оргия. У него красные трусы. Откуда у него красные трусы? Я тоже хочу красные трусы. Чем вообще здесь занимаются? Взрослыми делишками. Так, алло, краснотрусы. Все ушли. Почему они ушли? Здесь же весело. Туса голышом. Ну куда вы все? Ты часто в аватарию заходишь? Да, слишком часто. Я слишком много играю в аватарию. Я хочу играть и в другие игры, но вы просите только аватарию. Просите другие игры. Майнкрафт, Бравл Старс, Малиновку, что-то другое. Тебе сколько лет в реале? Давайте напишем правду. 20. Мне 20. Знаем мы этих 20-летних. Правда? Ага. Маша 11 лет. Я не верю в то, что в аватарию бывает взрослый играет. Только я, который снимает аватарию. Ой, ой, я случайно, я ушел с самой крутой тусы. А, я потерял тусу, я же в друзья даже не добавил, ну блин, куда, алло? Давайте пойдемте на пляж, чтобы попасть на эту локацию, наденьте купальник, давайте. А, нужно купить, а есть красные трусы? Мне нужны красные трусы. Давайте черные. О боже, Ярик, слишком сексуально. О да, пойдемте сразу лежать на лежак просто. Сосисочка такая. Ого, у него есть маска на лицо, ничего себе. Я понял, все здесь тусуются на самом деле на пляже, потому что здесь как бы все голенькие. Ищу девушку. Не с квадратной жопой. Мы ищем. Приятели. Ну-ка, давайте. У вас не квадратная жопа? Можно я? Кого я добавил? Она в черной шляпочке. Фига она прокачана. Ну-ка, в гости к ней. Фига. Фига у нее комнат. Фига себе. Так, ждем барышню не с квадратной жопой. Ну, просто посмотрите. У Ярика... Ну-ка, алло. Покажи свой орешек, Ярик. Да, блин, у него вообще какой-то овал. Ой, она к нам не пошла, короче. Го к тебе. Опа. Так, так. Ага, все. Она немка? У нее ник немецкий. Опа-па, попахивает межнациональным романом. Ну чё, точно не квадратная. Ты мельскель? Да блин, почему меня палят? Нет. Я не из Майнкрафта. Точно? Жопа круглая. На самом-то деле, я скажу так. У них жопа с Яриком примерно один в один. Ну, смотрите, по-моему, одинаковые жопы. У тебя же, как у меня. А у тебя треугольный. Да не треугольная она у меня. Ты чё, обосрал? Чего вдруг? Почему мне просто... С чего вдруг? Она решила, что я обосрался. Чего трусы коричневые? Я не понимаю эту игру. Необосранные. Что мы вообще обсуждаем, алё? Это у тебя...
тебя такие. Не подходи, обосрышь. С чего вдруг? Ну почему? Ну смотрите, вроде бы нормальные у Ярика, да? Чистенькие серые трусики. У меня белые. Что будем делать? Танцевальная студия. Что? Бизнес. Замутим. Давай. А как? Одевай галстук. Ну-ка, у меня есть галстук вообще? Короче, как бизнесмен. Я еще никогда, кстати, не мутил бизнес в аватаре, и для меня это сейчас будет что-то новенькое. Ну-ка, одежда, аксессуары. Алло, где галстук? Я уже листаю, не знаю, 2.5 года. И где? Я не разбираюсь! Одевайся, говорю. Я не знаю как. Давайте хотя бы как человек оденемся нормально, все. Капец, она комнату переоборудовала, как бармен. Что? Как это так быстро произошло? Я все, сейчас за дверями схожу. Лишь бы меня потом в Турцию не увезли, и я там не развлекался с дяденьками. Она тоже уже на себя не похожа. Как она так быстро вообще поменяла свою внешность? Капец, она походу про-геймер в этой аватарии. Что ты делаешь? Отвечаю, сейчас какой-то черный рынок начнется, и Ярика просто продадут каким-то олигархам. Да нет. Что ты делаешь? Да нет. В смысле? В смысле? А вдруг тут можно слушать? Ну-ка. Не слышно? Алло? Сейчас в барную стойку заходи. Захожу. И что? Что? Ты барон? Что? Я теперь не могу никуда пойти. Я просто тыкаю, оно... Алло? Алло, дамочка, выпустите меня, пожалуйста, дамочка. Я сейчас как птица в золотой клетке. Почему я не могу выйти? Дамочка, дамочка, выпустите меня. Чё? Через плечо, выпустите меня. Выпустите меня. Ну, хоть алкашку подвезли, уже радует. Нет, ты будешь работать. Охренеть. Зайцев хочешь? Денег хочешь? Давай. Нам сейчас дадут денег, да? Или это сейчас будет такой развод, что я типа буду бесплатно еще работать? Надо заработать. Требую аванс. Нецензурные выражения запрещены, вежливо. Требую аванс. В смысле требую запрещено? Это мат? Держи звездочек. Аванс. Дай. На. Да и мне не звездочки нужны, деньги. Ты же это просил. Я не могу выйти, выпустите меня, пожалуйста. Что мне теперь делать? Я теперь буду бармен какой-то. Что делать, госпожа? Я смирился. Работай, танцуй. Зашибись. Мобильная аватария. Меня какая-то олигарша заперла в свою клетку. Столики поставила. Откуда у нее так много денег? Молодец. Что я получу за это? Прислала тебе подарок, коробку конфет. О боже. Как же это приятно. Коробка конфет. Я теперь бухгалтерша какая-то. Аванс. Я теперь секретарша какая-то, да? Давайте поплачем просто. Нас приватизировала какая-то тетка сумасшедшая. Что происходит? Такого в аватаре у меня еще не было. Не ной, а танцуй. Да блин! Я богатая. Дай денег. Сотку. Я не понимаю, откуда у девчонки так много всего. Типа, как она такая богатая? Гостей? Нет. Ну, карантин, понятное дело. Меня держат в закрытой клетке, не выпускают. Я в туалет, может, хочу. На. И меня разводят на деньги. Чудеса аватарии. Классно, классно поиграл, Антон, классно. Мне плохо. Выпусти меня. О! Он так уже значительно лучше, какие-то девки на телевизоре. Нормальный такой клуб. Гостей, правда, нет, мне не платят, я закрыт в барной стойке. Классно. Стоп! Стоп! Она меня прослушивает! Что? Что? Откуда ты узнала про туалет? Откуда ты узнала про туалет? Я же не писал этого. Я Ванга. Нет, это пипец какой-то. Что? Ты меня прослушиваешь? Это сейчас очень стрёмно, в смысле? Я не понимаю, я же говорил вам про туалет, типа как в шутку. Что? Ты меня прослушиваешь? Алло. Я тебя нашла только из-за того, что ты похож на аватара любимого моего ютубера. Ой, ну это приятно. И ты отсюда никогда не уйдёшь. Короче, пишите в комментарии, как мне отсюда выбраться. Вот тебе и поиграла в аватарию. Что за дела? А с вами был Милскейл, 70 тысяч пальцев вверх, 20 тысяч комментариев. И выйдет новая серия по аватарии. Все, я вас всех очень сильно люблю, обнимаю. Пока.